Так, доброго времени суток, уважаемые любители шахмат. С вами И у нас стоит сицилианка. У нас пока мой рабочий экран, стол стоит. Ой, я там на что-то нажимал. Так, мы выиграем по 5 минут. Давай D3. D3? Ну да, и поставим вот этот. Как это называется? Погоди, ты хочешь получить треугольник ботвинника, скучную позицию? А. Да ладно. Это сейчас будет... Кстати, обрати внимание, он может пойти ферзь F6, и там сразу все закончилось. Почему? Смотри. Ну, потому что при положении пешки на 2 мы теряли материал. Не, ну, погоди, а в чем смысл? Ну, как это, развиваемся? В чем радость? Что нам это дало? Сейчас все увидишь. У нас, во-первых, линия B наш. Ну, хорошо, а... Смотри, конь это... стремится на B5. А что нам дает исчезновение пешки Б? Так, я, знаешь, что предлагаю? Пойти конь Б5. У нас будет замечательная пешка. Ну, хорошо, давай попробуем. Это очень интересная идея. Просто не хватает фигуры. Ну и взять пешкой С, наверное. Как хочешь. Не, давай как поменяем ладью. Так, вот так. Смотри, у нас есть линия, замечательные пешки и мощнейший белопольный слон. В общем, у нас не хватает чистой фигуры. Да. Но у нас есть мощнейший... У нас есть два слона. Ну, продолжай, хорошо. У него тоже есть два слона. Хорошо, G3. Только у него еще есть два коня. Ну, у нас, смотри, какие пешки. Так, конь F3. Слон G2. Покрепче. Почему ты видишь наши ресурсы для сопротивления? Ну как это? Сейчас что-нибудь получится. 2 на возьми 1. Коня на F6. А, точно. Нет, это будет несерьезно. Предлагаю вот так пойти. Хорошо, давай. Мы как бы намекаем, что конь плохо стоит. Я понимаю, что он ничего не может делать, там ладья наш 80. Да, я знаю. Видишь, мы грамотно намекнули. Потрясающе. Чтобы просто коня взять. Слушай, у человека 225, как он так играет вообще? Как я так играю? Гениально. Как обыгрываешь 225 в одну калитку? Не знаю. Я пока без коня. Не, ну вот по 5 минут нам проще, ты согласен? Нам проще? Ну, не знаю. По-моему, нам сложнее. Так, ну, наверное, здесь уже пора бить. Пора. Так, ну и все, и накидываем. Погоди, ну H4. Ну, человек в твоем стиле должен играть H4. Хорошо. Я думал просто там мат дать путем конь G5. Ну, сейчас дадим. Мы хотим пойти H5 и H6. Разве это не очевидно? Теперь хотим пойти так. Не считая с потерями. Угу. И на H5. H5, разумеется. Все, попробуем. Что он может сделать? Не знаю. Что-нибудь придумает. G5, наверное. G5, ну, H6. H6, например. Да. Ну, слушай. Мне кажется, мат не позднее 7 ходов? Хотя нет. Там есть ферзь за 7, ферзь за 5. Нам придется от шахов еще уходить. Я думаю, мат не позднее 6 хода. Не, ну так все. Выбираю, можно пойти H6, можно пойти HG. Ну вот, я даже не знаю. И так мат. Смотри, после H6 мы дадим мат пешкой, скорее всего. Да. Ну, я думаю, мат пешкой симпатично выглядит. Потому что мы нападаем на G7, на G7 он защитит, но мы дадим мат пешкой. D125. Сдался. Ну да. Ну что, солидно. Солидно, по-моему. Согласен? Да, ну мне кажется, что наш соперник настолько испугался, что вот, например, вот в этот момент он мог брать и идти в прямом вперед на B4. Вот, как бы, такая вот игра вгоняет соперников в ступор. Ну вот G6, как можно объяснить этот ход? То есть, почему по слону Е7 не пойти? Чего он испугался вообще?
Да. Ну тут уже безнадежно. Не, тут надо срочно как-то готовить поле Е7 для черного ферзя. То есть ладья Е8, H5, ферзь Е7. Чтобы хоть как-то кого-то отогнать. Все равно позиция очень плохая, но может еще не проиграна. Да, всем спасибо за внимание. Всем спасибо.